Всех приветствую на прохождение нашего выживальщика. Так, я побегал, был немножко повыполнял задания, но такие, в принципе, ни о чем были. Нужно было достать фольгу, что-то там антенну починить, записать какую-то запись. Ну, в принципе, ничего интересного, так что не стал снимать. Так само, как у меня задание, нужно было отнести бабульке 99 плодов вот этой вот гуараны, или как это называется штука. Ну реально, 99 штук, ребят, а я еще даже не насобирал. Ё-моё, вот, 84, а мне нужно, по-моему, 99, если я не ошибаюсь. Да, вот 99 плодов гуараны, зачем это надо, я чисто без понятия. Так, давайте, наверное, мы с вами в этой серии, знаете, что сделаем? Поедем, разузнаем по поводу этого топлива. Нам нужно будет на ракету топливо, а оно находится в одном секретном месте. Так что давайте сейчас по-быстрому ляжем, поспим, побежим к машине. Надеюсь, нам хватит топлива для этого. Надеюсь, нам с вами для этого топлива хватит, чтобы мы доехали в то место. Сейчас давай возьмем понямать с собой. Возьмем в дорогу энергетика. Вот это вот у нас энергетик. Так, понимаем, давай съесть все. Ну, и давай три яичишка возьмем. Сейчас дождемся поставки. И надеюсь, что нам бензина реально хватит. И мы сейчас с вами поедем. Пока не с утра. Потому что я знаю, что после трех ночи там какие-то радиоволны, либо что-то в этом плане. И мы не сможем с вами нормально бегать. Будем засыпать. Так. Дай сюда. Все, нам теперь нужно на свалку бежать по-быстрому. И надеюсь, реально нам хватит этого топлива, что у меня есть. Если нет, то придется... придется ждать. Так, открыть ящик. Ага, а тут у меня нету, да, больше бензина нигде? Так, ехать. Так, ехать на базу. Мне надо на базу доехать. Недостаточно топлива. Прикольно. Значит, нужно будет ждать. Нужно будет ждать, ребят, потому что топлива у меня, в принципе, нету. Вроде больше нигде. Так. Призрачек, что ты хочешь? Здравствуйте, соседушка. Как ваши дела? Привет. У меня совсем голова дырявая стала. Вчера из нее вылетела, где я храню соль. Представляете? До свидания, соседушка. Понял. Спасибо за информацию. Очень интересно. Но, конечно, ничего не понятно. Ну ладно. Давай посмотрим. Может, где-то у меня еще топливо есть. А топлива у меня с вами нету. Так, это... у меня нефть, да? Где у меня нефть? Погоди, я ж только что где-то нефть видел. Ага, вот канистра. Чтобы получить топливо. Ну и тоже, сколько я получу? 8. Вроде 8 топлива только получу, да? Угу. И ради этого нужно будет строить этот его очиститель. А у меня реально нету на это никакого желания. Ладно, попробуем вот таким вот образом заказать еще раз потом вечером. Блин, что мы по заданию можем что-то выполнить? 20 электроников, 40 металла, водород. Угу. Изумрудный пескарь. Отправитесь на базу наблюдателя, принести Дженни 99 плодов гуараны. А у нас с вами 84. Сильно тяжело, да? Ладно, давай тогда что-то попродаем. Блин, я реально рассчитывал, что нам хватит бензина на эту серию, чтобы мы с вами уехали. Но оказалось, что нет. Так, не туда. Не туда. Угу. Ну, эту штуку можем убрать. Так. Хорошо, 106 патронов.
на дробовик можно, думаю, в принципе, выложить. На дробовик мне, в принципе, пока мест не надо, да? Да, давай их тоже сюда положим. У нас в одном месте были. Ну туда побежали, сбегаем. Сбегаем за плодами с вами в лес. И как раз дождемся вечера. Попробуем заказать еще одну канистру с бензином и поехать на базу. Блин, надо было только выложить этот, как его, мед наш, чтобы он не пропадал. Зря. Так, на четвертом вроде уровне было вот этот Гуарана. Или бы на третьем. Никто не помнит. А ну давай посмотрим. По-моему, на третьем, да? Да, вроде было на третьем. Ладно, давай назад. Поехали на третий, потому что здесь мы ничего не найдем. Если получится отнести в этой серии 99 плодов, будет неплохо. Реально, я что-то как-то не подготовился к этому всему. Рассчитывал, что у меня как раз все полностью есть. Так, давай еще плоды. Нам, в принципе, осталось немножко уже добыть этот, как его, топливо. И улететь отсюда. Так, идем дальше. Давай вот сюда. Во, как раз уже 6 вечера, нормально. Сейчас пока соберем, пока переночуем. И будет то, что надо. Так, взять. Побежали сюда. Да, прикольная пушка, конечно, это вот электромагнитная или какая она там у тебя. Но разражается быстро. Но бьет неплохо. Это не помню, это нам чертеж какой-то достался от этого чувака на заправке. Так, сколько у меня штучек? 10. А у меня дома вроде было 80 чем-то, да? Если не ошибаюсь, по-моему, 85 или что-то в этом плане. Так, хорошо. Ну все, дальше вроде нету. Можно это забирать и бежать домой. Как раз уже ночь наступила, можно будет поспать. Потом заказать еще топливо, бензина и ехать на базу. Блин, я реально надеюсь, что нам хватит этого всего. Так, и давай посмотрим, что у нас тут. 96. Угу. 96, хорошо. Еще не готово, не готово. Отлично, отлично. Давай сюда, давай посмотрим, что у нас тут наши куры. А в принципе, вас понямать еще есть. Можно не переживать, да? Хорошо, давайте постригу. Тут и бедный зарос, прямо как я. Нужно уже подстригаться. Так, давай одну штучку. Хорошо. Ой, мне и мед пригодится. Давай, одну штучку меда. Отлично. Давай, спадки. Спать, все. А на утро как раз отправимся. Только надо будет зарядить сейчас наши генераторы. Но для начала сейчас закажем бензин. Для начала бензин закажем, а потом уже все остальное. Я жирю, игрушка-то прикольная. Нравится мне, но вот некоторые моменты подбешивает. Такие, как, к примеру, надо было найти собаку, потерявшуюся, чтобы выполнить задание. А я без понятия, где она была. Она где-то в лесу была. Нужно было пойти на четвертый уровень, чтобы
чтобы найти эту собаку. А мне не хватает места. А что у меня сильно? Сильно много. А, у меня 60 металла в кармашках, да? Что у Бильбо Бегинса в кармашках? Так, а в карманцах у нас, понятно. Что, еще не все? А что так много? Ну давай... Давай барашка выложим. Где у нас тут? Вот барашек. 72. Может, потрошки? Типа сильно тяжело с потрошками. Да нет. Во, наконец-то. Отлично. Давай, бегим. Не могу, слишком тяжело. Угу. Так, надо понямать, нямать, нямать, нямать. Все, ладно, побежали, вернемся назад. Выполним задание. Вернемся назад и как раз заберем топливо. И опять же, не факт, что нам хватит еще этого 5 топлива для того, чтобы уехать туда, куда нам нужно по заданиям. Где дорога? Вот тут дорога, да? Я просто параллельно еще играю в этот, как его, в заправщика. Так что иногда путаюсь, хочу назвать заправку. Моменты. И плюс еще кнопки нажимаю не туда. Да, кстати, у нас там уже самолеты появились на заправке, так что кто не посмотрел, можете посмотреть. Эй, милок, ты принес то, что мне нужно? Ну да, на тебе 99 штучек. Держим. Привет, Женни и Боб. Держи плоды, их много, хватит, чтобы лишить на весь город. Отличная идея. Спасибо тебе большое, дорогой. Я у тебя в долгу. Доставка будет ждать тебя в почтовом ящике. Спасибо. Береги себя. Нам подарок сейчас дадут. Прикольненько. Надеюсь, это будет печенюшка какая-то вкусненькая. Хотя не знаю по поводу заправки. Либо она уже вышла на канале, либо нет. Может, я сначала выйду. Выйду. Я спать уже хочу. Понятно, надо заканчивать. Выложу сначала этого нашего проходчика, а потом уже все остальное. Так, погоди, надо посмотреть, что у меня с собой есть, чего у меня нету. Потрошки, потрошки. Угу. Сначала будет, наверное, выживальщик, а потом уже будет, наверное, про заправку развивать наш бизнес. Будем там. Так, давай ехать, пожалуйста, пусть мне хватит до базы доехать. Ехать до базы, все, отлично. Нужно выпить таблетку, чтобы не уснуть. Слишком далеко ехать. Я понял. Надо будет ждать таблетку от нашей бабуси, да? От нашей бабусечки. Ну, иди, таблетка. Или мне до следующего дня нужно будет ждать? Как думаете? Как вы думаете, ребятки? Так, надо заправить. Точнее, сейчас электричество выключится. Так, хорошо, хорошо. В принципе, вот таких вот, сколько у меня, 2, 4, 6, 8 штучек хватает полностью на мои потребности. Она же сказала, что в почтовом ящике это все будет, да, ждать нас? Правильно я помню, либо неправильно? Хорошо, давай тогда ускоряться. Давай ускоряться.
Надо будет до 8 так подождать. Потому что так я спать не лягу. Но она реально сказала, что ждет тебе подарок в этом, как его, в почтовом ящике, милок. А в каком именно? Надеюсь, в нашем. Блин, что-то я потупливаю. Кажется, сори, уже 3 часа ночи за окном. Закончил только стрим по пабгу и решил записать еще одну серию. Так что могу немножечко, кажется, тупить и заговариваться. Все, спать, давай. Давай, давай, давай. Так, завтра проверка будет как раз. Нужно будет успеть съездить туда и обратно. Блин, надеюсь, она сейчас пришлет мне таблетку. Ну? Где моя таблетка, бабуся? О, наконец-то пришла, да? Правильно я понимаю? Во, есть, шикарно. Давай мы еще меда возьмем. Все, отлично, поехали. Поехали, поехали, поехали. Только нужно будет сделать вот так, вот положить ствол к себе в кармашек. Кармашек ствол я сказал положить, который я дома забыл, да? Да, ребят. Придется вернуться. Это как обычно, понимаешь? Спешишь. Как обычно спешишь, хочешь побыстрее это все сделать, и все идет не так, как тебе хотелось бы. Все. Хорошо. Я так понимаю, что этот препарат мы с вами сможем использовать только когда будем возле машины. Так, ехать. Давай сюда, давай сюда и давай сюда. Все, ехать на базу. Шикарно. Бля, какая тачка, да? Прикольная. Оп, у меня здесь автопилот, так что можно не переживать, что машина врежется. А если у вас автопилота нет, вам нужно будет зажимать ЛКМ, чтобы тачка не врезалась. Мы сейчас до ночи будем ехать, правильно я понимаю? Так, начали. Будем использовать пехоль, а там уже разберемся, да? Ага, еще не все. Еще не все, хорошо. Так, а только куда бежать? Только куда бежать? Так. Нужно двигаться дальше. А куда дальше? Ага, вот сюда. Так, добро пожаловать на базу, наблюдатель. Ага, боже, храни президента. Пожалуйста, вставьте карту доступа. Секундочку, может это подойдет? Спасибо, проверка статуса. Личность подтверждена. Добро пожаловать на базу, наблюдатель, мистер выживальщик. Пожалуйста, оставьте все запрещенные предметы за пределами базы. Еда разрешена. Пожалуйста, положите все остальные вещи в коробку. М-м-м.
пуську отдавать. Ну давай нож положим. Давай эту штуку положим. Блять, это типа ствол мне нужно будет оставить, правильно понимаю? Или неправильно? Сейчас посмотрим. Хорошо, давай выложим все запрещенные предметы. Все. Это можем открыть? Пусто. Открывайся. А что ты от меня хочешь? Что ты от меня хочешь? Какие запрещенные предметы? Ну на, ну давай выложить все. Все, я все выложил. Отворяй, собака. Так, вход разрешен. Приятного рабочего дня на базе. Ну, давай, побежали. Блин, а без пушки я себя чувствую, конечно, очень плохо, ребят. Так, а что мне здесь нужно? Мне нужно найти, наверное, будет топливо, правильно я понимаю? Ну, а, вон туда, налево. Налево. Что это такое? Куда нас ведет камера? Сейчас еще тарелка, да, на нас упадет, я так понимаю. Вот черт, она и правда выглядит знакомо. Так. Какой запах? Металл, ржавчина, какие-то химикаты. Как знакомо. Недорого, да. Есть, есть. Съесть, выпить. Давай накупим побольше. Накупим побольше. Ах ты, все. А я могу здесь вздремнуть, правильно? Понимаю. Да, можно будет вздремнуть. Прикольно. Так, командный пункт какой-то. Во, нам сюда, правильно понимаю? Так, база наблюдатель, склад. Склад. И что это? Ага, это мы можем тут мастерить. Хорошо. Ты кто? Это рюкзак, да, наверное? Понял. Ничего полезного. Так, а давай посмотрим, что у нас здесь. Пули, нож, взять все. А здесь у нас взять все. Так, я таки извиняюсь. А зачем нам столько рюкзаков? А что я не могу сюда ходить? Одеть. А нам надо столько винтовок? Давай, все, забирай, давай. Мало ли, продадим потом. Хорошо. Взять. Взять. Так, а что это за шарик? Погоди, что за шарик? О, взять. Взять. Дай посмотрим. Дай посмотрим, что это. Атомная бочка. Здесь можно хранить топливо. Создать. А что я могу создать? Ядро ИИ. Ага, а у меня нет этой штуки.
Ядро есть, система безопасности, наблюдатель. А мне что нужно? Чип какой-то и... А где мне это взять? Я, наверное, рано сюда приехал, да? Правильно понимаю? Слишком тяжело. Ты кто? Сухпаёк. Не могу взять. Тоже не могу взять. Ребята, честно, без понятия, что здесь происходит. Так, есть, есть. Есть все. Хорошо, давай выйдем. Я, наверное, рано сюда еще приехал. Просто ни разу здесь не был. И вот мне интересно. Наверное, реально рано сюда приехал еще. Так, инструменты, камера для тестов. Почему мне кажется, что я вижу все это не впервые? О нет, кажется, вспомнил, как будто это было в другой жизни. Животные, собаки вроде бы в тестовых камерах, на них направляют какие-то волны. Эти псы набрасываются друг на друга, правильно я понимаю, будто вдруг подхватили бешенство. Ага, проходит... Время, теперь они сидят рядом с трупами, все еще измазаны в крови, но послушные, с пустыми глазами. Почему я все это помню? Не знаю. Не знаю, честно. Так, я бы не отказался вздремнуть. А может, ну его? Мы тут нигде не можем с вами ничего взаимодействовать. Ну давай вздремнем. Просто реально нам что-то нужно с вами. А что нужно? А где мне этот чип взять? Заперто. Просто если не смогу сейчас отсюда выйти... А я вздремнул, уже и сохранился, уже все. Уже назад пути нету. Угу. Вот вам и донде стала библиотека. Взять слишком тяжелые. Я другие. А у меня нет этого чипа, и мне никто об этом не говорил, понимаешь? И что? Я могу тебя разобрать? Я не знаю, что я делаю. Ну что-то я делаю, ребят. Странно. Ага, я что-то взял. Что-то я взял. Разобрать. Создать. Так. И что? Ну хорошо, давай вздремнем. Я забрал ядро, и у нас закрылась дверка. Интересно, интересно. Ну и дальше что? Кто мне подскажет, что дальше? Как мне отсюда выйти? Вернуть обратно ядро? Угу. Погоди.
Погоди, ребят, погоди. То есть взять. Закрыто. Угу. Ладно, ладно. Мы побежали обратно, правильно я понимаю? Просто если нет, то реально я сейчас вырубаю и мы идем с падки. Потому что что-то непонятненько. Пусть заплывет Кирин, заперта. Не хочет, чтобы я уходил. Похоже, Элис пока не хочет, чтобы я уходил. А кто такая Элис? Кто не знает Элис? Элис знает все, ребят. Ну все. Мне надо было, наверное, подготовиться к чему-то. А к чему подготавливаться? У меня здесь вообще ничего не кликабельное. Реально здесь вообще ничего не кликабельное. Так, ни провод не могу взять, ничего, да? Угу. Я что-то вообще ничего не понимаю. В принципе, я думаю, наверное, как и вы, да? Взять. Слишком тяжело. Хорошо, хорошо, хорошо. У нас есть тут что-нибудь, либо нету. Ладно, давай попробуем еще раз разобрать. Ядро ЕЕ создать. А я не могу его создать. Вот никаким образом. Хорошо, давай попробуем поспать. Давай попробуем до утра поспать. Может, что-то поменяется. Если нет, то в принципе на этом и все. Так, сегодня проверяющий приходил к нам. Это печалька. Предупреждение нам оставил, да, там, наверное. Ну? Давай смотреть. Давай с вами смотреть. Но вы сами видите, здесь вообще ничего не кликабельное. Ну то есть дальше я сюда пройти либо с чем-то взаимодействовать я не могу. Вот я прокладываю. Ничем я не могу. Взять. Заперто. Похоже, пока не хочет, чтобы я уходил. Честно, ребят, без понятия, что здесь происходит. Давайте, наверное, мы на этом закончим. А в следующей серии попробуем разобраться, что не так. И может получится в следующей серии улететь отсюда. Хотя чудо я сомневаюсь. Так что все. Всем мур-мур. Всем до потом. И, кажется, до новой серии. Все, всем пока-пока. А я буду бегать разбираться, что здесь происходит.